районе Хабаровского края идет активная декларационная кампания по освоению дальневосточных гектаров. До конца года 92 владельцам земельных участков на территории муниципалитета необходимо подать в уполномоченный орган соответствующий документ. Заполнить декларацию можно через личный кабинет Федеральной информационной системы на дальневосток.рф. Напомним, в 2016 году Амурский район стал первым муниципалитетом в Хабаровском крае, на территории которого начали выдавать дальневосточные гектары. Жители региона брали участки по строительству жилых домов, сельское хозяйство, ЛПХ, туристическую и предпринимательскую деятельность. Сейчас многие из владельцев земли активно осваивают участки в зависимости от вида разрешенного использования. К примеру, многодетная семья Натальи Келей из села Джуен на дальневосточном гектаре уже построила жилой дом. До конца года супруги с детьми собираются провести внутреннюю отделку капитального строения и окончательно заселиться. В селе Вознесенское Игорь Ищенко оформил коллективную заявку на 10 дальневосточных гектаров. Свои наделы собирается использовать под выращивание сои. В этом году посадка сельскохозяйственной культуры уже произведена. А Инна Медведева построила магазин на участке и уже сама работает за прилавком. Напомним, декларация об использовании дальневосточного гектара в соответствии с федеральным законом предоставляется не позднее 3 месяца после истечения 3 лет со дня заключения договора о безвозмездном пользовании наделом. В документе необходимо указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, кадастровый номер участка, вид разрешенного использования, разрешение, сведения об освоении земли. Для корректного заполнения декларации в соответствующей форме предусмотрены подсказки. Отметим, с 1 октября декларацию начнут подавать все владельцы дальневосточных гектаров, которые 3 года назад начали оформлять землю в безвозмездное пользование на территории остальных районов, кроме Амурского, Хабаровского края. На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 9477 договоров безвозмездного пользования земельными участками. С начала действия федерального закона подано более 19 тысяч заявлений на предоставление дальневосточного гектара.